Привет, друзья! Я думаю, никто не будет спорить с тем, что болеть – это плохо, да? Когда ты чувствуешь, что заболеваешь, тебя начинает одолевать какая-то вот такая вот ломота, ты разваливаешься, чувствуешь себя, в общем, препротивно. Особенно при болезнях горла. Но для дикторов, мы говорим сегодня о дикторах, болезнь горла – это особенная болезнь, хотя бы потому, что она выводит нас из рабочего состояния. Но! Перед тем, как ты окончательно заболел, есть небольшой промежуток времени, особенно для тех дикторов, кто не может говорить низким голосом, когда ты говоришь именно низким голосом. Вот сейчас я в преддверии, так сказать, заболевания. Конечно, активно с этим борюсь. Надеюсь, что у меня получится победить, но тем не менее, прямо сейчас я переживаю такой период, когда я еще не болею. То есть у меня не заложен нос, не заложены пазухи, у меня нет температуры, но при этом голос уже получил вот такую вот бархатистость, которую мы можем воспроизвести разве что утром, перед тем, как связки еще не разогрелись. Или вот когда ты начинаешь заболевать. Да, болезнь — это плохо. Это очень плохо. Особенно болезни горла, которые для диктора означают частичную потерю трудоспособности. Но иногда это и хорошо. Вот сегодня почти целый день я наслаждаюсь вот таким своим тембром. И мне это нравится. Надеюсь, что болезнь пройдет стороной. Всем пока.